Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы с вами будем делать робота, который будет ездить по линии. Поехали! DF-робот – ведущий мировой поставщик оборудования для робототехники и открытого исходного кода с большим сообществом, обслуживающим будущих создателей. DF-робот создает инновационные, удобные для пользователя аппаратные и программные продукты, которые становятся строительными блоками во всех видах электронных проектов и формируют вокруг него сильное сообщество учащихся. Для того, чтобы робот мог следить за линией, я использую вот такой энкодер. Обзор на этот энкодер вы можете посмотреть в другом видео, ссылка на него будет в описании. Этот энкодер возвращает значение единицу либо 0, когда он видит или не видит черную полосу. Белое поле возвращает единицу, а черное возвращает 0. Дорогу я буду делать из черной изоленты, и именно по ней он будет ездить. Ее он хорошо определяет, хорошо на нее реагирует. Для того, чтобы закрепить этот датчик, я использовал несколько болтов с винтами, а также в корпусе просверлил два отверстия для того, чтобы закрепить этот датчик. Он будет стоять вот в этом месте, как раз за шариком. В таком положении он стоит максимально близко к переду платформы, но при этом нигде не выглядывает, нигде он не торчит, и это будет выглядеть более-менее аккуратно. Схема подключения выглядит вот так. Драйвер управления моторами можно подключить абсолютно к любым пинам. Единственное только, пины PWM1 и PWM2 должны подключаться к пинам, на которых можно сформировать шим-сигнал. Здесь на картинке используются 4, 5, 6 и 7 пины. Я же использую 8, 9, 10 и 11 пины Arduino, потому что мне так было удобно подключить. Датчик я подключаю к 2 и к 3 пину Arduino. То есть выходы из датчика А и Б я подключаю к 2 и 3 пину. В остальном же схема совсем несложная. На выход драйвера подключаются моторы, на вход подключается питание от аккумулятора, также питание от аккумулятора идет на вход в in Arduino. Вот сам аккумулятор, он здесь закреплен. Да, вообще схему, как это все собирается, я рассматривал в предыдущем видео. Ссылка на него также будет в описании. На Arduino формируется 5 вольт, которые идут на питание драйвера мотора. Потому что для драйвера нужно, кроме питания моторов, нужно еще отдельно питание для самого драйвера. На датчик также идет питание, плюс 5 вольт и ground. Если вам необходимо сделать, чтобы робот или этот датчик работал от 3,3 вольт, то нужно будет удалить один резистор. Но это можно найти на вики от этого датчика. Давайте мы сейчас все это соберем и прошьем скетч. Вначале мы определяем пины, к которым подключен драйвер моторов, пины, к которым подключен датчик, а также некоторые переменные, которые отвечают за направление движения моторов. Определяем пины на выход, это пины управления моторами. В основном цикле программы мы считываем значение с датчиков. Датчик считывает белый лист как единицу, а черную изоленту как 0. Но это немножко неудобно работать. Лучше, когда он черную изоленту, дорогу, по которой он будет ехать, он будет определять как единицу. Поэтому я сигналы инвертирую. Белое поле это будет 0, а черная изолента это будет единица. Черная дорожка это будет единица. Дальше в основном цикле программы. Если и левый, и правый датчики видят черную изоленту, то движемся вперед. То есть направление движения вперед. И скорость на обоих моторах одинаковая. Если левый датчик есть, но правого датчика нет, правый датчик возвращает 0, то значит нужно производить поворот в левую сторону. В левый датчик видит дорогу, значит на эту сторону нужно поворачивать. Поэтому скорость левого двигателя мы уменьшаем, скорость правого двигателя увеличиваем. Тогда робот начинает поворачивать в сторону линии. Если левый датчик не обнаружил дорогу, а правый обнаружил, то тогда производим поворот в правую сторону. Если же ни один датчик не увидел, не видит дороги, то мы тогда останавливаем мотор. Останавливаем моторы и останавливаем наш робот. Прошиваем этот скетч и посмотрим, как он будет ездить. В целом робот ездит неплохо, но есть один существенный недостаток. Если робот потеряет линию, то он останавливается и не пытается найти ее. Для того, чтобы решить проблему с тем, что робот теряет линию,
нужно обучить робота, чтобы он поворачивал в ту сторону, с какой он последний раз видел линию. Для этого мы введем две переменные. Это предыдущее состояние. Как это работает? Обратимся к основному циклу программы. Все также идет получение данных с датчиков. Управление моторами вынесено в функции для более простого понимания структуры скетча. Если есть движение вперед, то определяем направление вращения моторов и задаем определенную скорость для каждого из моторов, то есть движение вперед. И задаем предыдущее значение единицы, то есть и правый, и левый датчики улавливали единицы. Если же левый датчик улавливал линию, а правый датчик нет, то тогда мы опишем, что на левом датчике у нас была единица, а на правом нет. И точно так же, если левый датчик потерял линию, а правый датчик все еще ее видит. И если в этот момент робот потеряет линию, сдвинется куда-то в сторону, то в зависимости от того, какие были значения на этих двух переменных, то он будет производить поворот либо вправо, либо влево. Также, если обе переменные имели значение единицы либо нули, то тогда будет случайно либо влево поворот, либо вправо. Давайте прошьем этот скетч и посмотрим, вернется ли робот на линию или опять же ее потеряет. Итак, делаем тестовый заезд. Робот приближается к повороту, в который он раньше не мог войти. И в этот раз он его проходит без каких-либо проблем. Потому что, несмотря на то, что он потерял линию, робот стал возвращаться в то положение, в котором он в последний раз эту линию видел. И вновь нашел дорогу и поехал дальше. Попробуем более плавно сделать движение робота, потому что лично мне не нравится, когда он рывками поворачивает. Это как-то некрасиво. Для этого введем несколько переменных, которые будут отвечать за скорость работы каждого отдельного мотора. Эта скорость будет плавно меняться во время езды робота. Вначале мы задаем скорость, то есть средняя скорость, с которой будет ехать робот. 130 это, ну, не самое быстрое, но все-таки это очень быстрое движение. Выше лучше не ставить. Можете, конечно, поэкспериментировать, но я для себя определил, что 130-140 это самая максимальная скорость, которую можно поставить для того, чтобы это была какая-то интересная, хорошая игрушка, а не гоночный робот. Если делаете гоночного робота, то, конечно, тогда скорость нужно делать выше. Определяем максимальную скорость и определяем минимальную скорость. А также определяем стартовую скорость для левого и для правого мотора. Основной цикл программы мало чем изменился. Изменились только функции поворотов. Итак, функция поворота влево. Если скорость левого двигателя больше, чем минимальная, то тогда мы уменьшаем скорость левого двигателя. Мотор у нас едет вперед, ему нужно повернуть влево, и он замедляет левый двигатель, а правый двигатель в это время набирает обороты. То есть, если скорость правого двигателя меньше, чем максимальная, то его скорость увеличивается. Получается, правый его двигатель начинает работать быстрее, левый медленнее, и происходит поворот. То же самое и функции поворота вправо. Если скорость правого двигателя больше, чем минимальная, то мы ее уменьшаем. Если скорость левого двигателя меньше, чем максимальная, то увеличиваем. И тем самым происходит поворот вправо. Движение вперед. Здесь происходит уравновешивание скоростей каждого левого и правого двигателя. Здесь мы приводим все к средней скорости. Такой способ управления моторами имеет как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, такой способ делает более плавными ускорение и торможение моторов. И повороты становятся более плавными. Но есть одно но. Если мы здесь сделаем задержку очень большую, то тогда поворот будет происходить очень медленно, то есть очень медленно будет набираться скорость, очень медленно будет другого двигателя скорость уменьшаться, и робот просто будет не входить в повороты, он не будет успевать следить за линией, он будет ее терять, и начнутся постоянные виляния. Если же мы здесь задержку сделаем очень маленькой, то тогда мы просто не успеем увидеть эту регулировку скорости, так как моторы очень быстро переключатся на максимальную и минимальную скорость, и поворот будет все равно очень резким. Поэтому нужно искать какую-то золотую середину в задержке, здесь ставя паузу, для того, чтобы было более плавное регулирование скоростями, и чтобы робот не терял линию. Давайте прошьем этот скетч и посмотрим, как он будет ездить. Робот стал намного более плавно двигаться. Это мне больше нравится. В целом, можно было бы так и оставить, но есть ряд недостатков, которые я все равно хотел бы устранить. Одним из недостатков является то, что в случае потери дороги, робот будет двигаться по одной и той же траектории. И если он не найдет дорогу, не найдет свой путь, то он так и будет двигаться по кругу. Вторым недостатком является то, что он не способен видеть перед собой препятствия, и он в них просто врезается.
Для того, чтобы решить проблему с столкновениями и объездом препятствий, я попробую использовать датчик HCSR04 для того, чтобы определять расстояние до объектов и тем самым, чтобы робот не сталкивался, а смог как-то объезжать их. Общая схема подключения выглядит вот так. Это примерная схема подключения. Пины Trig и Echo можете подключать к любым пинам. Это указываете в скетче. Сейчас обратимся к скетчу. Его пришлось довольно сильно переделать и сильно модифицировать. Вначале мы определяем пины, к которым подключается сам датчик. И добавлен еще режим работы. В зависимости от этого режима работы идет либо определение пути, поиск пути для того, чтобы объехать препятствие, либо стандартный режим работы, который мы рассматривали ранее. Еще добавлена функция Ultrasonic. Я не использую другую библиотеку внешнюю, потому что все внешние библиотеки используют очень много процессорного времени. Из-за этого происходят задержки, тормоза, и робот начинает сбиваться с пути и неправильно идет. Поэтому я использую свою функцию, которая и определяет расстояние. Также добавлена функция Pathfinding 2. Эта функция предназначена для того, чтобы робот мог повернуться и найти направление, где нету препятствия. Вначале мы рандомно определяем сторону, в которую будем поворачиваться, либо вправо, либо влево. То есть какую-то из сторон будем поворачиваться и искать дорогу, где нет препятствия. Дальше мы производим поворот и определяем расстояние до объекта. Если расстояние будет меньше, чем необходимо, то дальше опять же таки идем, делаем поворот. Если же мы нашли свободную дорогу, то есть расстояние до объекта больше, чем минимально заданное, то тогда мы еще немножко сделаем поворот, чтобы точно объехать объект. Дальше движемся вперед и возвращаемся на стандартный режим работы, режим поиска пути и объездов. Такой принцип работы не самый оптимальный, но тем не менее он работает. Датчик я подключил. Давайте сейчас проверим, как это все работает. Тестовые заезды показали, что он не всегда адекватно воспринимает препятствия. Иногда он их нормально объезжает, а иногда не очень. Вот, например, сейчас он уехал от препятствия, но второй раз мимо него он уже не смог проехать, врезался. А в этот раз очень даже таки хорошо объехал и поехал себе по другой дороге. Но все же опять врезался. А здесь роботу, похоже, надоело объезжать препятствия, и он просто решил избавиться от него. Следующим шагом я решил модифицировать робота, сделать его более компактным, а также добавить в него MP3 модуль для того, чтобы воспроизводить разные звуки. Вообще, как работать с этим MP3 модулем, я рассматривал в другом видео, ссылка на него также будет в описании. Что нам понадобится? Во-первых, вместо Arduino Uno я буду использовать Arduino Pro Mini, потому что сами видите, какая разница в размерах. Для того, чтобы можно было без проблем модифицировать прошивку, не разбирая робот, я также встрою USB TTL конвертер. Также MP3 модуль понадобится, динамик, преобразователь напряжения до 5,5 вольт, аккумулятор, выключатель, сам драйвер мотора, датчик расстояния HCSR04, макетная плата, на которой все будет собираться, а также небольшая гребенка. С помощью этой гребенки мы будем подключаться к моторам. Общая схема подключения от предыдущей ничем не отличается, кроме того, что добавлен MP3 модуль и он подключается по UART. Питание на него идет 5 вольт. Так, смотрим, что у меня получилось. Здесь установлен MP3 модуль, Arduino, стабилизатор напряжения, с обратной стороны подключен USB TTL конвертер и установлен динамик, а также штырьки для установки на моторы. Как это будет выглядеть? Вот эти гнезда подключаются прямо на контакты моторов. И это у нас получается... Это получается вот таким образом. С этой стороны у нас выглядывает гнездо для того, чтобы можно было перепрошивать робот. Подключается все вот таким способом. Подключается аккумулятор, выключатель. Сюда подключается сенсор, которым мы отслеживаем линию. Еще осталось установить сюда драйвер мотора и также датчик расстояния. Все это будет собираться вот в таком корпусе, напечатанном на 3D принтере. Я этот корпус еще раз украшу. А сюда вот так будет устанавливаться датчик расстояния. В общем, получится интересный робот. Небольшой такой. Собираем и смотрим, что будет. Смотрим на результат.
Здесь все уже собрано, стоит аккумулятор, установлен выключатель, с этой стороны датчик, разъем для заряда аккумулятора, разъем для прошивки Arduino и подключен датчик расстояния HCSR04. Это все теперь можно собрать в корпус. Изменения в скетче самые минимальные. Подключается библиотека для работы с MP3 модулем. И добавлена еще одна функция, которая проигрывает мелодии. Вот функция Play Sound. Здесь случайным образом выбирается мелодия от 1 до 8 и проигрывается. Устанавливается громкость и проигрывается определенная мелодия. В самом коде время от времени вызывается эта функция. Например, если найдено какое-то препятствие, то тогда играется какой-то, воспроизводится звук. И точно так же, если потом найден выход с препятствия, то тоже играется какой-то звук, какая-то мелодия. Также еще время от времени, через случайные промежутки времени, также вызывается функция проигрывания мелодии. Вот и весь код. Сейчас давайте мы это соберем. Сюда устанавливаем датчик расстояния. Вот таким образом это все собираем. Вот такой получился маленький компактный робот. Его еще можно разукрасить в какой-то цвет. Внутри очень много осталось свободного пространства, и можно разместить много другой разной электроники. У Arduino осталось в запасе очень много пинов и очень много памяти, поэтому поддержку разных устройств можно еще сделать. Но я пока что не буду это делать. Робот и так неплохой получился. Давайте сейчас пойдем и попробуем его протестировать в работе.